Так, болотистый кубок у нас. Ну, поехали на болотистом кубке. Ага. Он сложный, этот болотистый кубок. Здесь же эти стоят, динозавры. Надо как-то мне проехать. Давай, поехали. Так, здесь динозавры у нас. Вон, смотри. Реально динозавры. Эти, как его, крокодилы. Опа, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а здесь как? Опа, спасибо. Спасибо. Опа, отлично, выехали. О, сложно, слушай, так. Бенз, вонючка. Давай, еще, ну, чуть-чуть у нас оставалось. Не смогли мы проехать. Да, сложная трасса. Это, конечно, да. А где все остальные? Чуть не вижу никого. Далее. Один раз не берешь бензик, и все, и ты проигрываешь. То, что у нас заточено все на бензине. Ух ты! Так, здесь мы нормально проехали. Вот, еще бензинчик взяли. Опа, тихо. Все, разгоняемся. Опа, есть. А, хорошо. Так, будет второй бензин или нет? Так, смотри, опять крокодил. Эй, вонючка. Смотри, он мне не дает проехать. Офигеть, а так вообще разве можно? Последняя попытка. Конечно, у нас плохой старт был. Ладно. Попробуем хотя бы какое-нибудь место занять. Неважно. Ух ты, а чё я под низом буду плавать? Ну, мы опять не доехали до топлива. Да что ты будешь делать? А, второе место. Первосходно. Превосходно. Так, грязный ралли. Вот это я здесь хочу. В грязных раллих поучаствовать. Все, теперь идеальный старт. Но мы почему-то не смогли вырваться вперед. О, перевернулся, да, Вилли? Вилли, бедолага. Ничего страшного. Опля. Так, монетки мы собрали. На мотороллере кто-то там? Фига у тебя там уши какие. Я в шоке. Я в шоке с тебя, чувак. На мотороллере? Ну ты молодец. Быстро едешь. Но я первей. Ха-ха-ха. Это хорошо, что мы первые приехали. Есть, идеальный старт. Грязные ралли. А где тут грязь? Чуть я не вижу грязи. Так, этот чувак опять, смотри, вперед хочет вырваться. Может, он перевернется нечаянно. Было бы забавно посмотреть. И бензинчик берем. Отличненько. Хорошо. И первое место. Первое место наше. Первая позиция. И, еще раз. Это прям какое-то что-то сложное. Еще где-то мы должны играть. Ну ладно. Поиграем. Хотя я уже мог выиграть сразу первое место занять. Ну ладненько. Опля. Что у нас там? Пока мы первые вышли. Первое место. Ой, вода, вонючка. Вот, типа, грязный ралли, то, что тут с водой связано. Оу, чувак, смоки 8-0-5-3-4-5. Да ну нафиг, еще раз играем? Я не понял. А когда мы выиграем? Так, нет. Смок что-то медленнее стал. Теперь Вилли стремится быть первым. Но мы сейчас тоже выиграем, не переживай. У нас здесь получается аж два захода. Опа. Да у меня тут такие стоят ускорители, ребята. Что вам и не снилось. С такими ускорителями быть. Во. Бензик. И победа будет сейчас за нами. А вот и первое место наше. Да. Занимаем первое место, хоть вы там упали, разбились, и ничего страшного абсолютно. Класс, превосходно. 200 монет еще получил. А теперь у нас гонка «Зимний кубок» 3 этапа.
Ну что, поехали. Идеальный старт. Вот зимний мне нравится, если это та трасса, которую я вот помню. А нет, другая какая-то, смотри. Так, ворачиваемся назад, мне нужен этот бензин. Да, потому что без этого бензина, ребята, я просто физически не смогу проехать трассу. Не то, что говорят, не то, что говорить о выигрыше каком-то. Но мне надо их сейчас перегнать всех. Опа, есть. Так, ну где же там у нас уже финиш-то? Давай, давай, ускоряемся, ускоряемся. Есть финиш, пожалуйста. Вот, отлично, первое место. Зимний кубок, желтый снег. А почему желтый? Как-то странно, странно, странно название желтый снег. Все, едем. Ух ты, прям интересно, интересно. Очень интересно. Ух ты, я разбился нафиг, нафиг. Какой сложный уровень. Так, если я сейчас первым не приеду, то я не знаю, что будет. Мне хотя бы второе место уже занять. Не говоря уже о том, что первое. Ой, а почему? А почему? Головой-то я стукнулся. А, третье место. Превосходно. Ладно. А чё ты назад-то сдвинулся? Алло. Назад-то не сдвигайся. Так, 60 тысяч монет у нас. Ладно, давайте проедем на этой тачке. До конца. Всё. И потом будем покупать новую машинку. Деньги у нас есть. На новую тачку. Опа, бенз. Все, бенз взяли. И теперь уже не переживаем, что бензин кончится. Так, турбо какой-то уже разбился. Недолажка. Вот, первая позиция, мы выиграли. Темные дороги, предвкушение победы. Темные дороги называется. Все, идеально, идеально стартанули. Опа, так, давай назад и вперед. Это я не люблю такие места. Кто-то опять-таки разбился у нас. Турбо, опять турбо разбился, да? Да что ж такое, бедолажка, ему не везет в турбе этой. Так, Пиноккио, иди нафиг. Пиноккио. Опа, еще один бензин, да что ж такое. Трасса какая длинная. А нет, все, финиш. Вот это я понимаю. И еще пас... А, третий раз, да. Третий раз. Нет, не идеальный старт, конечно, ну ладно. Так, где бензин у нас? А где у нас бензин? Тихо, тихо, тихо. Нет! Да чё ж я так быстро еду-то? Ну ё-моё. Собрано 11 монет. Угу, спасибо. Так, первое место все равно мы заняли. Продвинулись. Так, а что у нас там получается будет интересного? А, вон новая машинка синяя. А мне синяя машинка не нужна. Мы играем в приключения, мы играем в гонки в лес. А на красной машине мы получим сейчас, ребята... О, да, 500 метров проезжаем и получим ящичек. А, в ящички играем? Ну, хорошо. В ящички, так в ящички. Так, где у нас? Вот, бензинчик берем. Ага. Может быть, даже стоит поменять нам саму раскладку этих всяких гаджетов. Потому что с этими гаджетами мы можем и не проехать далеко. О, а, не, хотя бензина много. Так, 30 метров до следующего бензобака. И 100 метров, ребята, до ящика. Ну ладно. Давайте возьмем этот ящик. Есть, взяли ящик первого уровня. Сейчас постараемся доехать до ящика второго уровня. Опля. Так, а здесь надо аккуратно, слушай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Да ё-моё, почему бензин-то у меня заканчивается? Я ж не нажимаю ничего. Как-то сделали странно. Так, где там 300 метров у нас, ребята? 300 метров до нового ящика.
Очень серьезно. Ладно, пока что. Если у меня будет бензин, то мне ничего не страшно. То я эти ящики нормально возьму. Вот, а если бензинчик кончится, то не знаю. Не доеду, наверное. Так, 25 метров. А, нет, все, доехал. Так, 100 метров у нас до нового ящика. 100 метров. А вот и ящик второго уровня, ребят. Но самый прикольный — это ящик третьего уровня. Опа! До которого нам ехать еще и ехать. Так, подъем сложный, да? Ух ты! Ага, разбился. Ну да ладно. Вот ящик возьмем. Так, денежки. 1800 денежек. О, и можно посмотреть видео, что-нибудь еще дадут.